Всем привет, ребят. Ну что, вот у нас обнова на русском сервере. И сейчас мы по полной посмотрим, что у нас все-таки поменялось, что добавили нового. Вот у меня уже 518 тысяч сил, и по сути я получу новый титул. Наконец-то получу сегодня мифа. Вот так вот будет у меня уже миф. Об этом, думаю, сделаю новый видосик. Так, ну что, поехали разбирать обнову, смотреть, что у нас все-таки изменилось. Давайте начнем с первого. Новый вид архидемона. Архи у нас, наверное, еще, к сожалению, не открыт. Да, он еще не открыт. Может, будет новый, посмотрим. Область судьбы. Ледяные дебри. Вот так вот она называется. Вот как видите, у меня даже 43200 здесь на максималку прокачаны вот эти 5 героев. И я смогу все-таки всех прокачать. Только ледяха и бульдозер. Надо будет их прокачать, потом слить. Так, самое основное. Давайте посмотрим сейчас на изменения 12 скиллов. Вот это мне больше интересно в этих героях. Так, поехали. Чтобы никого не пропустить. Вот ведьмочка первая. 6 целей. Круто. Тыковки уже 220 уровня. Нифига себе, как так? Ребят, 220 уровень. Это действительно интересно. И энергию будет по 90 снимать. Круто. Это будет интересно все. Надо будет на это посмотреть. Урон увеличивается. Ну, в общем, неплохая прибавка. Так, вольт, медуза. Нет, нет, нет. Арктика. Ну, тут мы уже видели. Уменьшает эффекты лечения на 50. Ну, думаю, интересно, посмотрим. Это я постараюсь вам сегодня все показать. Так, дальше. Ну, тут просто процентуальное увеличение. Лечит здоровье на 75. Увеличение урона. И замедление на 90 увеличивается. Ну, такое себе, честно говоря. Вот, ребята. Самое интересное. 11, 58. Иммунитет к оглашению на 3 секунды. Не видел я этого иммунитета. Кому он? А, может, героям союзным дает? Не знаю. Ну, судя по тому, что я тестировал в подземках, хрен его знает. Посмотрим. В подземках это незаметно. Новый герой, капитан Рогатка. Рогатка, вот так вот его назвали. Неплохой герой, только чисто PvP-шный, я это вам уже показывал. Так, призывает щитоноса, головореза. Ну, в принципе, это все вам показывал уже. Герой чисто PvP-шный, забытая битва. Там, возможно, лабиринт, все остальное так себе. Махатму я вам уже показал. Просто жесть. Прокачаю ее здесь, тоже посмотрим. Ну и что, в принципе, вроде. Ну и Атлант. Самый основной Атлант. Увеличивает скорость атаки. Ну, Атлант увеличивает скорость атаки. Ну, такое себе. По сути, бесполезно. Единственное, что статка увеличится. Ну и ледяха. Просто увеличение плюс 2 цели и плюс 10%. С этим разобрались. Поехали дальше. Два новых талантика. Я вам их покажу. Давайте попробуем, может, что-то выпадет нам. А может и нет. Я их вам покажу, думаю, на китайке. Там будет роллинг. Так, каменка. Ну, каменка не то. Смертельный удар тоже не то. Просвет. И корг.
Сейчас у нас акции обновятся, посмотрим, может, что-то добавят. Так, окей, поехали дальше. Два новых облика. Облики, в принципе, я вам показывал. Сейчас мы их найдем. Вот такая вот сена будет. 400 атаки, 10 тысяч жизни будет давать. И вот такой вот повелитель бури. То же самое, 400 атаки, судя от того, что здесь пишут, и 10 тысяч жизни. Посмотрим действие. Так, дальше смотрим. Героя нового я вам показывал. Так, рогатка есть. Дальше что у нас? Так. Усовершенствовано обучение. Ну, обучение. Я не помню, где там оно. Где-то здесь. Ну, для меня оно, по сути, не... Даже не помню, где оно, не знаю. Простите меня, но я этим не занимаюсь. Я сам учусь всему. Я не смотрю, что они там пишут. Увеличены ресурсы. 50 тысяч синих. 5 тысяч красных. 5 тысяч значков почета. В принципе, правильно. Еще бы увеличили количество кулаков. Было бы вообще неплохо. И значков. Хотя бы на 1050. Так. Интерфейс фракций. Смотрители. Не знаю, что они тут улучшили. Как по мне, все то же самое. О, видите, что можно увидеть, что на максималке они будут давать. Это интересно. Вот это уже действительно интересно. Можно посмотреть, что какой будет давать на максималке. Прикольненько. Посмотрите сами. Так. Активация навыка смотрителя. Это я вам уже показывал. Из-за этого очень много проблем будет. То есть я выпускаю героя, он активирует сразу же автопрокеров, и меня нахрен сносят. Вот так вот. Это, по сути, печально. Придется выбирать фракции на некоторые локации. Так, потери силы. С этим разобрались. Силу вы мою видите. Так, смотритель, изображение рамок героев Колизеи. Это все фигня. Интерфейс улучшения рун. Так. Управление рунами. Ну, преобразовать, ковать. В общем, не знаю. Как для меня бесполезная вещь. Так. Боевые отчеты больше не будут отображать здания, появляющиеся на краю базы. Ну, это понятно. Воздушный шар. Наверстать пропущенные дни. Ну, это тоже, в принципе, это такое себе. Значок молчания. Безмолвный выстрел больше не будет отображаться на зданиях. Тоже очень нужная вещь. Конфликт огнекрыла и железной воли. Честно говоря, не знаю, не тестировал. Возможно, какой-то был баг. Его исправили. Максимальное количество в алтаре и складик. Вот это радует. Больше всего, наверное, то, что у меня больше места теперь будет. Так, что там у нас? 1.5 минуты осталось до обновления акций. Как видите, у нас тут ничего интересного сегодня нет. Сейчас уже подождем, посмотрим, может, что-то интересное добавят. Можно будет сразу же забрать, потестировать. В общем, такая вот обнова. Герой действительно интересный. Сейчас давайте рольнем немножко, пока ждем. Мини-ролл устроим. Посмотрим, как падают легенды на моем аккаунте. Обнова, я считаю, действительно интересная. Даже в плане героев, которые падают. Тут я говорю, героев, которые падают, уже думаю про роллинг.
В плане вообще всего, что сделано, героев, которых в судьбе добавили, очень, скажем так, интересно. Уже это все посмотрим в дальнейшем, реализацию эту всю. Ну, я, в принципе, вам на китайке показал, действительно, обнова кайфовая, интересная. Нету имбового героя, который там будет просто всех и все, и вся тащить. Герой интересный на PvP локации. Сделали очень много всего в плане там интерфейсов, удобства. Ну, в принципе, обнова, я считаю, годная. Как обычно, ребят, Фрея, вот так вот. Так, смотрим, что там у нас поменялось, что-то или нет. Что, все печально. Так, хрустальный сундук. Огонь. Рано я начал. Посмотрим сегодня хрустальный, что там дают. Так, также... Фрея Некрос открыть. Заработаю на героях. Отлично. Это отлично. 30-дневный набор какой-то добавили. Сейчас посмотрим. В общем, такая вот обнова. Пишите комменты, кого вы хотите там увидеть в судьбе и впрочем. Уже 130 очей набил. Ничего себе, читер. Так. Что тут за редкие герои? Ну, в общем, будем сегодня ролить, смотреть. Седна, Вальтор. Капитан Рогатка добавлен. Нифига себе, можно вытащить отсюда его. Офигеть, круто. 30-дневный. Ну, в общем, все то же самое. Ну, это интересно. 30-дневный, открыть сундук. Да, это интересно. Заработай на героях, добавили туда его. Красавчик. Первый раз, что они сразу же добавили. Конечно, там шанс, что он выпадет. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Я пошел пилить дальше. Всем удачи, всем пока.